Большая энциклопедия природы. Я Заяц, добро пожаловать в Большую энциклопедию природы. В этой книге рассказывается о мире животных. И в каждой главе мистер Медведь поведает вам историю о каждом из нас. Давайте, нельзя опаздывать. Детки, держитесь вместе, не отставайте. Сейчас будет порожек. Готовы? Прыгаем. Давай, прыгай! Давай, давай! Что происходит? Простите. Теперь у нас новая книга. Истории медведя всегда такие интересные. Такие же интересные, как и мы. Где он? Я его не вижу. Должно быть, он добрался до меда на пасеке. Я так хочу послушать его истории. Он идет, я вижу его. Скорее, прыгай. Вижу, вы все в сборе. Итак, сегодня мы открываем новую главу Большой энциклопедии природы. Я расскажу вам историю о черепахе. Доктор, что с ними? Это сложный случай отравления. Но ведь они поправятся. Кто знает. Доктор, я сделаю все, что угодно, чтобы им помочь. Это особый случай отравления. Его очень трудно вылечить. Хотя кое-что может помочь. Что? Это так трудно и опасно, что я даже не хочу об этом говорить. Пожалуйста, скажите, что это? Мы ничем не можем им помочь. Насколько мне известно, у этого яда есть только одно противоядие. Оно содержится в красном фрукте, который растет далеко отсюда. Я найду его во что бы то ни стало. Пообещай, что будешь осторожна. Со мной все будет в порядке. Запомни! Каменный свод и водопад, и пороги. Там нужно искать. Спасибо, доктор. Кто-нибудь знает, где каменный свод? Впереди! Ты сразу заметишь! Спасибо, друзья! Ура! Это каменный свод! Я в нужном месте! Какое странное место! Здесь есть кто-нибудь? Я нашла красный фрукт. Лисьи дни всегда такие длинные. Я старушка с больным сердцем.
Маленькая рыбка. Она очень полезна при сердечной недостаточности. Бери, малышка, тебе понравится. Эта конфетка сделана из меда и женьшеня. Она придаст тебе сил. Ведь ты такая уставшая. Выглядит аппетитно. Конечно, я сделала ее своими руками. Специально для тебя. Вы так добры, лиса. Ничего особенного. Запрыгивай сюда, и старая лиса отвезет тебя куда пожелаешь. Давай. Спасибо, лиса, но мне нужно отыскать красный фрукт. Какое совпадение. Я как раз туда и направляюсь. Я доставлю тебя в мгновение ока. Ты совсем не устанешь. Запрыгивай. Нет, спасибо. Нет, леска оборвалась. Благодаря конфете у меня полно сил. Спасибо, лиса. Погоди. Проклятье. Поймаю ее на обратном пути. Джон! И такой спелый! Дедушка, дедушка! Дедушка! Что случилось? Говори! Кто-то снова подобрался к фрукту и обжегся? Да, дедушка, об ядовитые листья. Ну и ну, нужно немедленно на это взглянуть. Вот она. Бедняжка. Ты меня слышишь? Ответь. Что с тобой? Ты укололась о ядовитые листья, которые защищают красный фрукт. От этого фрукта зависит жизнь моих малышей. Да не волнуйся, я добуду его для тебя. Вот, держи. Ура, ура. Мои малыши спасены. Даже не знаю, как мне вас благодарить. До свидания. Ой. Погоди. Дай-ка я посмотрю на тебя. Господи, с такой раной мы никуда тебя не отпустим. Тебе нужна медицинская помощь. Если туда попадет инфекция, ты не сможешь доплыть до дома. Но я должна вернуться к детям. Им нужен красный фрукт. Разве ты сумеешь помочь детям, если погибнешь, прежде чем доберешься до дома? Подожди, я принесу лекарства. Они меня ждут. Температура не спадает. Если им дать красный фрукт, они выкарабкаются. Рыбка, рыбка, где ты? Пожалуйста, поблагодари своего дедушку за его доброту. Подожди, куда ты? Я не могу терять время.
Что же делать, а? Что случилось? Где она? Я не смог ее остановить. Какая же она упрямая. Догони ее и помоги, чем сможешь, а я постараюсь как можно быстрее принести лекарство. Надеюсь, я успею вовремя. Так, 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 вот и аппетитная рыбешка. Лиса, смотри, я нашла его. Что это? Это красный фрукт, который излечит моих деток. О, нет! Старая хитрая лиса. Я так рада, что ты отыскала фрукт. Я знала, что ты вернешься этой дорогой, поэтому приготовила тебе целую корзину конфет. Отнеси их своим деткам. Да. Помни, что каждый из них даст сил на 100 дней. Рыбка, уплывай! Это ловушка! Спасайся! Уплывай оттуда! Слава богу, ты в порядке! Ты с ума сошел? Лиса хотела мне помочь. Помочь? Она хотела помочь себе. Она ловит рыбу, чтобы съесть ее. Замечательно. Карты раскрыты. Отлично. Одну сварю, а вторую запеку. Какое лакомство. Даже не пытайтесь сбежать. Скорее, скорее! О, нет! Может, лучше вас зажарить? Это ловушка! Что же будет с моими детками? Их состояние ухудшается, и если их не накормить красным фруктом, мы их потеряем. Она приплывет, приплывет. На нее вся надежда. Теперь, когда я нашла красный фрукт, нельзя сдаваться. Нужно найти способ попасть к моим деткам. Несмотря ни на что. Придумала? Ты должен отнести фрукт детям. Что ты задумала? Я позволю себя поймать. Лиса поднимет сетку, и ты сможешь выбраться. Нет, ты не можешь жертвовать собой. Должен быть другой выход. У нас нет времени. Нужно доставить фрукт детям. Но тогда тебя лиса поймает. Я знаю. Прощай. Нет, подожди. Стой. Не делай этого. О, нет! Сегодня меня ждет прекрасный ужин! Рыбка, уплывай! Ты еще можешь выбраться! Отнеси лекарства детям! Хорошо! Какая же ты сочная! Я отнесу им лекарство, обещаю! А потом вернусь! И спасу тебя! Итак, спасая собственную шкуру, твой дружок оставил тебя? Я
Я добавлю его в суп попозже. Эти семена спасут им жизнь. Теперь они идут на поправку. Прекрасно! Теперь они уже вне опасности. Даже боюсь предположить, что бы произошло, если бы вы не принесли нам фрукт вовремя. Огромное спасибо, доктор. Благодарите не меня, а рыбу, что принесла лекарство. Разве ее не голубая рыбка принесла? Другая рыба, которая сразу же уплыла. А голубую поймала лиса. Да хватит тебе дергаться! Помогите, помогите, помогите! Тебе уже ничто не поможет! Воды, воды! Еще, еще, еще! Еще. С меня хватит. Посмотри в глаза своей судьбе. Помогите. Хватит, я сказала, ложись. Ложись. Нужно потопить лодку, вперед. Не могу в это поверить. Вы так добры, что вы сами запрыгиваете. Чувствуете себя как дома. Да у нас здесь целое мероприятие. Прочь, прочь, прочь! Нет! Я этого не переживу! Ура, ура! Что случилось со старой лисой? Она получила по заслугам. Это была ее последняя рыбалка. Река безопасна. Я так рад, что ты спасена. Ты настоящая героиня. Чтоб спасти детей, ты рисковала жизнью. Мы навсегда запомним твой подвиг. Так в реке воцарилась радость. Празднование длилось много дней. О подвиге голубой рыбки до сих пор слагают песни. Теперь, когда плавать по реке безопасно, заболевших деток можно отвезти к месту, где растет лекарственное растение, которое дает красный плод с чудодейственными и лечебными семенами. Морская черепаха. Какое место черепахи занимают среди животных? Это пресмыкающиеся, относящиеся к отряду черепах. У них панцирь обтекаемой формы и адаптированные для плавания лапы. Сколько видов и где они обитают?
Всего существует 5 видов морских черепах. 4 из них принадлежат к семейству морских черепах, а один к семейству кожистых черепах. Главным образом, эти черепахи обитают в теплых водах тропиков, но иногда встречаются в Средиземном море и в Северной Атлантике. Морские черепахи живут по отдельности в открытом море. Раз в году они выходят на определенные пляжи, чтобы отложить яйца. Как они передвигаются? В воде черепахи могут развивать большую скорость, но на суше они медленные и неуклюжие и могут преодолевать только небольшие расстояния. Чем они питаются? Главным образом морские черепахи питаются водорослями, но также и более мелкой рыбой. Некоторые из черепах — мясоеды и питаются только морскими животными. Как они защищаются? Взрослые черепахи надежно защищены панцирем, а молодые черепахи беззащитны и являются легкой добычей для хищных птиц, тюленей и крабов. Какая у них связь с людьми? Не очень хорошая. Люди с давних времен охотились на черепах из-за их нежного мяса и панцирей, из которых изготавливали ценные предметы. Могут ли они жить в городе? Нет, только в больших аквариумах. Итак, вы все усвоили? Мораль всей истории такова: если на помощь спешат друзья, ничего невозможного нет. О, смотрите, кто к нам спешит! Фильм подготовлен на студии Warm Sound. Перевод Елены Поповой, звукорежиссер Сергей Лалетин, текст читали Мария Косяк и Лев Редник.